магазин. Раньше вы изготавливали только футболки. Сейчас у вас целая базовая капсула. Зачем вам? На самом деле все очень просто. Я не могла найти для себя идеальные вещи, решила создать их сама для себя. А потом подружки начали требовать эти вещи в свои гардеробы. Я подумала, что мой летучий магазин как раз для этого и существует, чтобы делиться этими базовыми вещами со всеми. Конечно же, нет. Я считаю, что одновременно нельзя быть и художником, и певцом, и телеведущей, и дизайнером. Я просто делаю одежду для себя и делюсь этой одеждой с другими девчонками, которые могут позволить себе одежду летучего магазина. А я не дизайнер, я только учусь. Базовый гардероб – это основа любого гардероба. Это вещи, которые можно комбинировать друг с другом и пойти в офис, и на вечеринку. То есть это те вещи, которые абсолютно незаменимы в гардеробе любой девочки. Для меня базовый гардероб – это черный, но я надеюсь, мы скоро будем делать и цветные. А в магазине я установила такие цены, чтобы вещи себе могла позволить любая девчонка. Почему вся коллекция в черном цвете? Черный цвет можно носить в любое время, в любом возрасте и для любого случая. А маленькое черное платье – это практически главная вещь любого женского гардероба. Летучий магазин для меня – мое самовыражение. В коллекциях, которые я создаю, есть я сама.
удовольствием.